Магаданцев приглашает принять участие в городском конкурсе «Доброволец года». Его цель – развитие и популяризация такого движения в областном центре. Задача конкурса – выявление и поддержка наиболее активных добровольцев в возрасте от 14 до 35 лет, развитие их личностных качеств, повышение мотивации молодежи города к участию в волонтерской деятельности. Критериями оценки станут в том числе стаж, эффективность добровольческой деятельности, ее системность и разнообразие выполняемых функций, а также адресность и социальная значимость. Документы на участие в конкурсе принимаются в бумажном виде до 15 ноября по адресу: улица Горького, 16, кабинет номер 415, телефон 200 733.